Здравия желаю. В общем, результаты опыта номер 4. В общем, отработалось 2 часа вчера. 2 дня. И вот по сегодня уже сколько сейчас? Тоже 2. То есть сутки. Сутки отработало. И что мы видим? Продолжает светиться. Напряжение упало вот на 8,40. 8,4. То есть, ну там получается вот, что сейчас покажу. Значит так, сегодня перемерял это все. Так. То есть, как видите, оно светит все. Сейчас мы проведем замеры. Пока еще, как говорится, оно не закончилось. Испытание, сколько оно будет светить, но там результаты надо немного по это самое, потому что я перепроверил. Значит, вот она схема. Так. Схема. Значит, батарея. Лампочка. Лампочка. Вот она, лампочка. Лампочка. Значит так. Потребление, значит, первый час перемерил я. 21 ватт. Они меньше берут. Не 28, а 21 ватт. Так. А потом... Потом... Где-то еще один час. Уже 8 ватт всего потребление было. Так подсели. То есть напряжение упало. Значит, напряжение упало с... Меньше 10 напряжения когда? Уже 8 ватт. Когда до 10 она еще полную светится. 21 ватт. 8 ватт, 2 часа. А сейчас уже, вот сейчас, сейчас посмотрю. Ай, блин. Вот сейчас сматывает, вот 8.38 сейчас. Вот. Сматывает медленно. То есть... Сматывает очень медленно, поэтому 20, этих 26 часов всего по 4 ватта, вот так получается, 26 помножим на 4, и получится. Значит, заправляли час мы, да? Ну вот, смотрите, 21 плюс 8, это уже новая замера. 29 ватт и плюс, значит, 26 перемножаем уже на 4. 4 лампочки там всего по 1 ватту берут. Когда напряжение подсело в 2 раза, то есть они стали светить сейчас 2 раза тусклее на пол мощности. И они-то берут по 4 ватта, по 1 ватту одна лампочка, 4 ватта. 4 лампочки, то есть помножаем на 4. 104 плюс 29. 133. А истратили 11. Получаем 12. Помножим на 100. 1209 КПД в это. Но сами видите, что светится еще дальше. Подождем еще, пока совсем погаснет. Предварительные итоги за это самое. За сутки
Даже неправильно посчитал. Не 26, 22 часа. Вот этот неверно. Вот ошибка опять. То есть ошибка. Сутки всего отработала. Сутки отработала всего. Так. Пересчитываем. Тут вот 22, а не 26. Я не, надо было отнять, а я прибавил. То есть по запарке поспешил. Значит, тут вот 22. Всего-то отработало сутки. Сейчас видите, 13:49 время. А начало в 2 часа. То есть вот так вот-то. 29 это первые 2 часа. 29. Вот. А далее уже вот так. По 4 всего сматывало. Сейчас сматывать по 4. 22 помножить на 4. 88 плюс 29. 117 ватт. Всего. А было... Значит, затрачено на зарядку, час заряжал, 11 ватт, разделим на 11, 10 будет, помножить на 100, 1063, 1063, предварительный результат, то есть, предварительный, 1063, продолжает гореть. То есть пусть горит. Сейчас новый опыт делать не будем. Дождемся, пока погаснет. Может, она вообще не погаснет. Может и такое быть. Может, она уже... Тоже такое может быть. Посмотрим. То есть уравновешивается, может быть, напряжение. И затрат потом не будет вообще. Посмотрим. Ну, вот пока 1063. То есть вечером еще это, сниму ролик, погаснет или нет. Я же пока, в принципе, как. Опыты недоконченные были. Держал сутки там, по 20 часов держал. Вот сейчас по сутки продержал. Но оно продолжало гореть, я уже другие опыты ставил. Там с одной лампочкой, а тут с четырьмя. Поэтому не будем спешить. Это значит у нас результаты четвертого опыта. А пятый опыт, скорее всего, проведем завтра. Даже... Или может сегодня вечером. Ну как, погаснет вот эта фигня. Вот она пока не думает гаснуть. Вот горит и все. Видите как. Сколько она еще прогорит, черт знает.